have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами в бесконечных мирах Роблокса. Это точка слома, она же Breaking Point. И мы сегодня будем бомбить. Да. Я практически уверен в этом. Да. К тому же, снеговик в монокле точно подтверждает, что будет что-то необычное. Итак, ты кто, кстати? Я человек Оладушек. Ага. Совсем беспалевно. Совсем беспалевно. Снеговик-убийца делает свой ход. Снеговик-убийца снова наносит удар. Покупайте свежие новости, свежие новости. Человек-оладушек победит человека-снеговика. Давай попробуем. О, весну убили, все, весна отменяется. Давайте зиму обратно. Итак, вот эта бабочка с крылышками, надо ее сбяг. Ладно, что-то убегать начала, не знаю. Не знаю, Карл. Она боится крыльев побольше. Офигеть. Убийственные крылья снова нанесли удар. Покупайте свежие новости. Блин, так можно до бесконечности просто. А, стоп, тебя не выбирают. Нет, меня не выбирают. А, чувак АФКшит. Да. Блин, она сейчас убьет АФКшника, совершит грех, и у нее будет 7 лет неудачи. Вот все. Нет, не надо. Да. Только не меня, все, это ее. Да. О, молодец. He was the scary boy. Так, теперь его все выбирать. Да, конечно. Человек-снеговик, человек-шлем. Они решили кидаться, а не резаться. Ну ладно. Человека-оладушка никогда не выберут. Так. Офигеть, снеговика убили. Это как вообще? Выбираем нуба, он убил Зиму. Кинь нож в него, и все. Зачем? Я предпочитаю личный контакт. Не-не-не, ну тогда вот так вот. Выбери тоже эту девчонку. Не. Блин, меня выберут. Да. Да, там все ему за Зиму. Та-та-дам. Та-ра-тан. Она такая... Да! Я что-то так и думал. Да блин, что ты такой меткий? Вообще офигел. Ну хорошо. В КС-ку переиграл, ага. Мутант. Человек-оладушек. Ладно, первое, второе место, согласен. Давай еще раз. Ну-ка мы еще раз. Блин, хорош, это твой скин Человека-паука постоянно меня подбивает на эту мелодию. Ну так нечестно. Ладно, шучу. Итак. А, нам теперь нужно будет выбирать, кто же убийца. Убийца будет убивать по одному человеку. Он где-то слева от меня. Бэм. Да, он где-то слева. За что? Просто за что? Че, тебя вынесли первым? Да. Это все из-за твоего скина, да. Блин, вы че, глухие что ли? Говорят же слева, вы че? Ну, они походу глухие, вот мы нет. В чем вы сидите, в наушниках или в ведре? Явно же слева звук был. Да, конечно, вы сейчас будете убивать всех справа. Конечно, да. Ну, слезь с меня, беконовые волосы. Всех справа от меня убили, серьезно. Ёпарасоте. А ты знаешь, кто это был? Нет, ну кто-то слева.
Что тут делает индюк? Сидит. Что он тут делает, а? Потом окажется, что это... Ну, это он, наверное. А почему индюшка в шапке благодарения? Это ирония называется. Меня, меня убили, вы что, совсем, что ли? Это вот эта девочка все время на нее тыкала. Или индюк, или девочка? Девочка. Индюк не виноват. Индюк слишком вкусный, чтобы он был виноват. Так, смотрим, ребят, индюк или... Это была девочка! Я на нее тыкал, блин, все это время, всю катку я в нее тыкал. Ну неужели вы не слышите? Ой. Так, проходи, пожалуйста, Мусьон. Наш тут этот символ команды ходит туда-сюда с недовольным видом. Типа, символ-то я, а записываете-то вы. Человек-оладушек отомстит за все. Выбираем эту девку. Это слева. Она. Пушка не сработала. Но в этот раз это был нуб. А! Индюк не нуб. Где это? А это весна вот эта вот. Сейчас мы ее... Пушка не сработала. Я буду стрелять в весну, потому что я человек-оладушек, я должен... Пушка не сработала. Блин, осечек реально дофига. Чувак пишет, никаких выглядишь, никаких персонажей, которые выглядят как аниме. У него явно еще было что-то против Марвел. Индюка пристрелили, у нас будет ужин, ура! Ну, решайся, давай. Не целься в мою сторону. О, правильно, тот чувак был явно лишний. Индюка убили? Да, индюка завалили. Блин. А шлема? Чувак в золотых погонах завалил меня. Я тебя видел. Я тебя запомнил, Анакс-Т-679. Ну. Оба! Есть! Золотого завалили. Итак, осталось 3 человека. Посмотрим, кто же будет. Бодигард Roblox убивает. Остался... О, они на... Блин, он так слился. Зачем ты начал убегать, чувак? Надо было с ножом быстро и тычешь такой. Так, ладно. У чувака в шлеме явно есть что-то против анимешников. Мне кажется, они его покусали в детстве. Индюк реально хорош. Да. Хорошо. Давайте выбираем оппонента. Да хорош орать! Я хочу вот этого чувака с золотыми слитками бить. Он меня в прошлый раз пристрелил. Он мне не нравится. Он такой говорит, я даже не смотрю аниме. Ну давай уже, завали его. Его. Все, хорошо. Индюк с ножом. Изнанка природы. О, мимо меня прошел. Есть! Я буду выбирать шлем, потому что... Я не аниме даже. Ну я так Marvel. Он... Это не он тебя убил. Правда? Да ёпарасете! Надо было кидать.
Я что-то так сейчас... О! Я погнался, и я, честно говоря, даже не видел свою цель. Вот потом это... Ну, вы-то это видели, ребятки, а это... Надо было повернуть камеру, а я не успел. Ну что же. Почему не меня? Все потому, потому что не тебя. Все потому, потому что мы ладушки. Это точно. Ну, давай. Я стою прямо за твоей спиной. Только попробуй проиграть. Если убьют, домой можешь не приходить. Ай, блин, этот шлемофон пришел. О, шлемофон. Да иди нафиг от меня, шлемофон. Это как сейчас было? Это да. Как сейчас было? Это ты чё? Чё это такое? Чё, человека-тапка встретил, что ли? Человек-паук. А кто меня убил? Я не знаю. Я был отвлечен от шлемофона, потом можно будет в записи посмотреть, что произошло вообще. Я встал немножко ФК, потому что мне нужно было немножко блинчиков поесть. Вот и открылись все страшные секреты, когда ладушки едят блинчики. Все, короче, мы поедаем своих конкурентов, а еще подъедаем сырнички иногда, это вообще страшно. Про драники я вообще молчу. Знаешь, такие белорусские оладушки, драники. Хедшот. Опа! Есть лампочку такую. Я здесь рулю, все. Ты посмотри на смайлики в чате. Вижу, вижу. Кого-то явно бомбалейло. Мне очень нравится вот эта ворона в магической шапке на плече, она прикольная. Я бы такой, наверное, даже купил бы. Да. Стоп, ты про что? Ты какую шляпу? А, магическая шляпа? Ворона с магической ворона шляпой. С магической шляпой. Ху, индюшка против магии. А, индюшка АФКшит, жаль. Индюшка, конечно, бы победила. О, выберите меня. Чувак говорит, Спайдермен, Спайдермен лучший. Так, минуточку, а бросать буквой И или зажимать? Зажимать. Зажимать, блин. Почему каждый раз я это забываю? Что с моей памятью? Просто называй меня NU. Что бы это значило? Я думаю, вот этого чувака с золотом надо вынести. Давай, давай, давай. Да что ты убегаешь от него? Зарежь его и все. Да ну зачем ты убегаешь? Зарежь. О, молодец. Выберите меня. Я хочу сражаться с Беконом. С Беконом? Бекон. О, just давай бекон против because. Бекона. Так, ну давайте вот этого бекона выберем. Вот вон, тебя выбирают. Вот, тебя выбирают. Вот что я хочу сказать им, кто меня выбрал. Ну, убить его не хочешь? Если я буду гнаться за ним, то он меня убьет, скорее всего. Не видишь, у нас дуэли снайперов? Снайперы — это обычно те люди, которые хорошо стреляют. Вы дуэль косых, короче. Вы что, друг друга убили? Это нечестно! Ха-ха-ха! Вы друг друга убили. Мы друг друга убили. Так, нафиг. Просто нафиг. Да. Это произошло. Да почему? Я же ее достал-то. Ну ёпарацете. Это сейчас было нечестно. Фу, я обиделся. Ладно, шучу, не обиделся. Ну просто мне показалось, что я ее достал. Ну.
Весна, весна, цветы, цветы. Она еще и выиграла. Какой, второй раз, что ли? Если что, выбираем только эту девочку, потому что не нужно, чтобы она выигрывала. Это называется фокус, а фокусить в играх не очень хорошо. Мы имеем что-то против аниме. Ну что, пацаны, аниме, да? Так. Что это будет? А, среди нас убийцы, надо его вычислить. Блин, опять слушать надо. А толку, если я один слушаю, никто больше не слушает. Это индюшка, индюшка. Это индюшка, да? Это индюшка убийца, да? Да или нет? Или это ведьма рядом со мной убийца? Все думают, что это ты убийца. Все думают, что это ты убийца. Я не был убийцей. Но тебя не особо спросили. Пушка. Может, мне нужно стать чуть менее подозрительным. Don't be suspicious, don't be suspicious. Don't be suspicious, don't be suspicious. Мне нужно стать менее подозрительным, и я даже знаю... Да почему я? Ну, я знаю, что я был убийцей. Но я был хорошим убийцей. У меня два раза пушка не сработала, твари. Ладно. Они меня выиграли. Я сейчас у тебя спрошу. Стой, погоди. Шо? Это умение подозрительным? А, как бы тебе сказать, у тебя глаза на затылке. А так все нормально? Ну... Это очень подозрительные глаза на затылке. Их четыре штуки, они сразу оп, такие... Да так, у меня два китайца просто. Так. Публично, конечно. Иди нафиг от меня сразу, просто, сходу. Ноу. О, пушка не сработала. А кто? В смысле? Там кто-то сидит? О, это иконовые волосы. Да. Я хочу убить весну. Что-то мне она не нравится. Что-то она слишком много. Как ты могла убить? Юночка, я что, не ту весну убил? Я думал, что я убил весну. Я хотел весну убить, только что, знаешь? Весна вообще-то не черная. Не черная, я думал. Ах ты, индюшка дурацкая. Вот, не, индюшка только сейчас будет стрелять. И он убил меня. Молодец. Все, индюшка, готовься. Ты идешь в суп. Я слишком подозрительный. Ты был прав, мои глаза сзади подозрительные. Зря два китайца вылезли у меня из головы. Теперь я стал гораздо менее подозрительным. Где ты? Я три головы. Кто? Ну, что за тригонометрия? Ну, просто ты увидишь. Я такой самый высокий, у меня три головы. Рокси-бокси. Этот кот такой в чате. А, хорошо. Давайте. Еще одну карточку. Загрузите нас, пожалуйста. Будьте бобрами. Будьте так брубезны. Да. Я стал гораздо менее подозрительным. Кто бы мог подумать в самом-то деле, а? Всего лишь, блин, Змей Горыныч такой сидит за столом. Я стал гораздо менее подозрительным. Гораздо. Да. Итак. Что это было? Что это произошло? Ты прощелкал клювом, вот что произошло.
Тебя выбрали. Моя третья голова неуклюжая. Итак, итак, итак. Можешь мне стать гораздо менее подозрительным, не чтобы знаю. Меня вообще не убивали. Я тень! Бу! Блин, чувак, за такие скатерти. Вот я не вижу теперь пол экрана из-за твоего сообщения. Да офигеть. Don't be suspicious, don't be suspicious. Садимся за стол переговоров. Ну, в общем-то, да, хедшот неплохо. HP неплохо. Да. Да. Так, осталось тень. Он меня выберет. Да ну почему? Я же, вот знаете, вот второй раз уже так. Явно же по текстурке видно, что я дотягиваюсь. Ну, короче, ладно. Это была все равно неплохая карточка. Так вот, ребятки. На этом мы сегодня с вами закончим наши удивительные истории. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.